Занимаясь восстановлением истинных картин былого, мы находимся в опасности уйти в сторону, попасть в плен собственных иллюзий. Поэтому необходимо время от времени проводить сверку направления с кем-то, идущим своим уникальным путем. Так автор канала «Револьвер язычника», владея немецким и русским как родными языками, читает на латыни и старонемецком книги и хроники городов Европы. Изучает карты и гравюры Пиранези. Какая же картина сложилась у него, говоря о том трагическом периоде смены эпох 14-15 век по официальной хронологии. Об этом завязался у нас разговор. И мне кажется, он будет не безинтересным и для вас. Этот фильм сделан в виде записи эфира, назовем же этот новый жанр «Непрямые эфиры» или «Звуковые письма». Здравствуй, как дела? Много вопросов поступает, что с каналом «Револьвер язычника», почему нет фильмов, может, случилось что. Вот звоню, спрашиваю. Попутно хочу тебе рассказать, прочитала я книжку недавно. Подарили моей семье, подарили внуки автора. Автор русский немец Леонид Карлович Гельмбрехт. И описывает историю семьи с начала 19 века, как они из Германии выехали, и до конца, до 60-х годов, до послевоенных 60-х годов. И я нашла массу открытий там, массу. Особенно с точки зрения былого единства мира, эту иммиграцию можно рассматривать, видимо, просто как перемещение внутри одного пространства или пространства когда-то бывшего единым. Вот очень интересно, если ты найдешь время и расскажешь об истории своей семьи, потому что для массы людей это терра инкогнита, это неизвестная страница. В истории русских немцев в России существуют некие шаблоны, которые сидят в голове у всех. Но то, что я читаю, это совершенно другая история. Привет, Тамарушка. Извини, что так поздно тебе отвечаю. Просто вообще, короче, до канала у меня руки не доходят. У меня вообще ни до чего руки больше не доходят. Жалко, конечно, но на этой неделе у нас стройка заканчивается, и я буду, наконец-то, поболее свободный. А насчет русских немцев, да? У меня дедушка много писал про это. Вот, он там описывал, как отец там, про отца, про мать, как они жили и так далее. Вот. Все это очень интересно. И, кстати, если кого-то интересует это время, да, там стояли эти города пустые, занимали они пустые города или не занимали они пустые города. Когда посещали большие города, были они пустыми или нет? Это же все описывается. Естественно, никаких пустых городов никогда не было. Это все, знаешь, сказки, если честно. Я тоже на это, конечно, я из-за этого все и начал как бы этим делом заниматься. Да, это все как бы интересно. Но когда ты начинаешь реально вот проверять, я думаю, ты не дашь мне соврать, когда ты начинаешь реально проверять факты, увы, наша альтернативная история, ну, как-то немножечко шатается. Ну, немножечко начинает так вот туда-сюда наклоняться, короче. И многое-многое, конечно, это все взято. Это какие-то домыслы и так далее. И, ну, так же и у официала, в принципе. Такие же домыслы, они же всегда. Мы предполагаем, мы думаем, мы считаем и так далее. Ну, в принципе, то же самое и у нас. А правда где-то между получается. Вот так вот. Такие дела. Приходим к тому, что серьезной доказательной базы нет ни у них, ни у нас. Источники официальной истории вызывают очень большие сомнения, особенно датировки. А нам осталось что? Песни, былины, происхождение слов языка. Но это все не может быть конкретным доказательством. Это скорее материал для построения логической базы какой-то новой версии. Все верно, все верно. Да, вот
В словах, да. Единственное, что, наверное, нам вот конкретно еще вот как вот отпечатки такие вот, как улики нам еще остаются, это в словах, да, действительно. Илья Муромец, как каменщик. Ну, мы же все понимаем, да, что территория России, как и вся планета, она у нас очень сильно утоплена грязью. И если вкопнуть туда, я думаю, так вот, метров так на 30, например, да, туда под лед, то мы будем спокойно находить города, каменные города. Что на такой большой территории было столько народа, да, возьмем даже тех же скифов. Опять я эту карту поднял, там, нашел эти все источники, которыми этот Готфрид Хензель пользовался. И получается, знаешь, такая интересная вещь, да, оттуда такие вот народы выходят. И, кстати, Готфрид Хензель, он в своей книге пытается доказать, что из еврита вышли все остальные языки, там письменность и так далее. Ну, что ему, конечно же, не удается. Не удается, так как северные народы, все, что с ними связано, у них вообще нет никакой еврейской корневой основы в словах. Естественно, он делал свою работу на совесть, и у него получилось, что все вот языки исходят все из четырех первоначальных родоначальных языков. И он такой, опять же, он же верующий человек, а по-особенному относится к Ветхому Завету, а он начинает как бы там мыслить, может быть, все-таки не четыре первоначальных, а три, ну, если бы, например, у Ноя были три сына, это Иафет, Хан, Кан, Сим, четыре первоначальных, родоначальных языка, а сыновей трое. Но он не понимает, и никто не обращает на одну вещь внимания, да, вот, то, что помимо сыновей был-то еще и сам Ной, а мы же знаем из священных писаний, то, что Ной жил очень долго. И почему Ной не мог дать народу какой-то там язык свой, например? Вот тебе и четыре получается, как бы, да? Вот. И он вот эту вот вещь, он как раз ее там в книге своей почему-то не замечает, обходит. Ну, кстати, эти карты-то, вот эта Европа полиглота, знаешь же, помнишь, я там показывал? Это, кстати, очень интересные вещи, да? Там очень интересные вещи. Оказывается, у нас Крым, если ты там посмотришь на карте, да, то с трудом верится, конечно, но на самом деле там стоит Тевтонская Тартария. Тевтонская Тартария и Русия. Короче, там жили тартары, тевтонцы и русы. Вот так вот. Делили Крым, получается. Как минимум разговаривали вот на таком вот каком-то там языке. Вот такие вещи там стоят, очень интересно. А вот потом нам показывают Скифию такую маленькую, дали, знаешь, вот как вот этим этрусским дали маленькую такую земельку, как бы, да, вот это она сегодня Тоскана или вот типа вот здесь этрусские жили, да. А то, что этрусские вообще весь Рим отстроили, да, это, конечно, не надо об этом говорить, и поэтому и не надо ничего читать, что там по этрусски. То же самое сделали со скифами. Хотя даже сам же Готфрид Хензель, он поставил, только вдумайся, он поставил скифский алфавит на первое место, а потом подписал, внизу подписал скифский язык, типа, исходит из еврита. Понимаешь, да, о чем я говорю? Вот. И дали им тоже маленькую такую территорию, ну, ты если там карту смотрел официальную. А то, что есть еще скифия гиперборейская, да, на это внимание никто не обращает. Вот такие вот вещи. Знаешь, эти попытки Готфрида уложить иврит в рамки первого праязыка всего человечества напоминают мне немножко наивные предисловия к книжкам эпохи социалистического нашего периода, когда любая книга, научный труд или художественная в предисловии имела отсылки к истории КПСС и прославление эпохи социалистического реализма. Может быть, и Готфрид сделал эту отсылку только для того, чтобы книга была напечатана в тот период и сохранилась в истории. Готфрид на самом деле, да, о нем информации очень мало. Я нашел не лексикон, лексикон, да, и заметил одну такую тенденцию, да, что ему посвящается очень мало строк. Как будто вот единственное, да, что вот он был учителем в этой в Силезии там, ну это сегодня Польша,
вот в этом Хиршберге работал директором школы. Он был немецким лингвистом, он был верующим человеком. И, в принципе, все на этом, понимаешь? Даже фотографии. То есть гравюру не нашел, как вот он выглядел или что. Очень это странно. Это, опять же, единственные карты в таком роде. Практически в одно время, это конец 16 века, где-то середины 16 века, и до где-то середины 18 века, вот этими делами занимались множество авторов. Я нашел тартарский алфавит, я нашел скифский алфавит, короче, там московский алфавит. Ну, я лично их в официале нигде не встречал, никогда. Вот такие вот вещицы, короче. Что ж получается, школа лингвистики, которой мы сегодня пользуемся, основана на древности греческого и латинского языков, но еще в XVIII веке, как ты показываешь, базисными языками были другие языки, скифские, славянские. И тогда логично и понятно, почему труды Готфрида никому не известны, почему их не считают достоверными. Помимо того, что ему мало строк посвящается, его книги множество раз убирали с полок. С полок. А карты эти из его вот этой вот работы 1741 года, у него есть еще одна работа. Там, в принципе, то же самое все, ну, только с дополнениями. И еще одна работа перед его смертью. В 1756 году есть еще одна книга Готфрид Хензеля. Вот. И вот эти книги убирали с полок, потом опять выставляли, опять убирали, опять выставляли. Это о чем говорит? А говорит это о том, как я вижу, что новая романская история человечества и история языков рождалась постепенно, в несколько этапов. Она не могла появиться мгновенно, потому что нельзя было сказать людям, которые помнили, что было раньше, нельзя было им сказать такое, скифы не имели письменности, хотя скифы владели уникальным производством тех же ювелирных изделий, что требовало развитой инфраструктуры, практически имперской, начиная от добычи золота и кончая его обработкой. Видимо, кто-то, ну, не хотел, не надо было вот это вот. Почему, во-первых, подобные карты, они вот в таком, ну, небольшом количестве, то есть, в принципе, единственный нормальный карт, это вот Готфрид Хензеля. Да, тут надо еще иметь в виду, что вот этот момент переписывания истории, впихивание истории в новые, как бы романовские, римские лекала, он происходит на фоне локальных затоплений городов, которые к тому же происходят в праздничные даты. Ты писала затопление голландских городов в ночь перед Рождеством, что наталкивает на мысль об искусственном затоплении. Что это было? Частью войны или частью тихой диверсии. Насчет потопа. Я взял все реки, самые главные реки Европы, устья больших рек европейских. Все эти реки выходили практически в одно время. Выходили из берегов. Во время примерно середины 14 века, в 1356 году, было Магдаленовское наводнение. Это Магдаленовское наводнение затронуло от Северной Англии до юга Италии. Там постоянно проливались дожди. То есть, если в Европе проливались дожди, понятное дело, в это время их в Москве, например, не было. Они туда потом дошли. Вот. И все вот эти вот потопы, это практически одного времени. Ты везде увидишь 1370-е, 1360-е. А там же, понимаешь, там же у них еще и было у каждого свой календарь, понимаешь, и вычислить конкретно там, какой день это был, или там какой месяц, или какой год, понятное дело, там погрешности есть. Вот. Но все это указывает на то, что 14 век – это тот самый век, когда была практически уничтожена цивилизация, да. И ты нашел данные об этих затоплениях, как я понимаю, в конкретных хрониках конкретных европейских городов. Но это также совпадает и с датой так называемого конца света или апокалипсиса,
1492 года. Мы же понимаем, что дата 1492, она достаточно условна, что потоп не может начаться и закончиться по нажатию кнопки. Это, конечно, процесс десятилетий. Все верно, все верно. Самая вот эта катастрофа, она была именно в 14 веке. Есть такая книга, называется «Черная смерть» на немецком. Там врач один, он пытается понять, откуда появилась чума, как она, чем она была вызвана. И там он, используя древние источники, он отмечает события, которые происходили в 14 веке. В Европе было время, когда дожди шли 3 месяца, вдумайся только, 3 месяца. Заливало все. После этого несколько зим, несколько годов были холодные. Сдвигалась земля, поднималась земля. Вот. Если бы она опускается, понятно, ее затапливает и так далее. Вот. И особенно, что касается там, области Санкт-Петербурга, вот я делал фильм-то, Копория. Там, оказывается, и сегодня получается, что показывает, что земля то опускается, то поднимается постоянно. Да? И каждый год все-таки она немного поднимается. Поэтому залив, он то мелеет, то делается глубже. Потом в Китае было землетрясение. Везде в Европе было в 14 веке землетрясение. В Китае было землетрясение, землю трясло 2 недели. Люди просто сбрасывались там с каких-то высот. То, что не могли даже попить воды, с ума сходили от этого землетрясения, вот так вот трясло землю, лихорадило просто. А он описывает еще такие вещи, я забыл сказать, странные зеленые туманы, которые выходили, когда проходили эти туманы, да, люди просто валялись мертвыми. Потом в Европе Базель, говорится только об этом одном городе, да, а на самом деле, помимо этого города, еще вокруг разрушены были 30 городов. Это получается, везде были разрушены города. С землей происходило что-то просто неимоверное. А тут мы вспоминаем про глаз Сахары. Про глаз Сахары. И вспоминаем про карты, которые делались по памяти. То есть картографы, не зная о том, то есть до них не дошла информация, что там уже глаз Сахары, и городов никаких нет, они наносили их, там вот город Ходен есть такой, они его наносили прямо в точку глаз Сахары, понимаешь? Прямо вот туда. А потом, видимо, когда сведения пришли, что там уже ничего нет, они быстренько стали карты выпускать, что там уже ничего нет. Как раз получается, это глаз Сахары появился где-то примерно, где-то в 14 веке. То есть получается, а таких же глаз Сахары есть еще у нас на самом деле. Есть там где-то в Центральной Америке и так далее, есть только оно в воде, там в море. Ну, там видно все равно сверху. Вот. Видимо, что-то наносили, какие-то удары, провоцировали вот эту вот землю, лихорадку вот эту вот. И все, и она делала всю работу практически, понимаешь? Уничтожала вот эту цивилизацию. Вот и все. А после уже были люди, которые, естественно, где-то выжили там в каких-то горах, может быть, в лесах, я не знаю. Которые имели вот эти знания. А то, понимаешь, что получается? У нас начинается Ренессанс. И внезапно у нас строят, ну просто не здания, а шедевры. Понимаешь, шедевры просто. Каким способом они это делали? Конечно же, они имели технологии, то есть те, которые оставались. И вся эта Римская империя, она на самом деле укладывается вот там буквально в 1,5 века. И происходило это, естественно, во время Ренессанса. А то, что нам говорят, что это мода была на все античное, это все брехня позорная. А вот и все. Вот и все дела. Ну, я твержу об этом же. В фундаменте современной истории лежат те же даты, вернее, те же привязки. Древний Рим привязывают к началу эры. Но кто сказал, что эра началась 2000 лет назад? Нет, эра и началась с послепотопного возрождения, с 1492 года. Поэтому извержение Везувия, да, состоялось в 79 году нашей эры. И подтверждая это, ты читаешь в европейских хрониках извержение Везувия в 16 веке. Нашествие Цезаря на Европу с его 9 легионами, гальские войны, то есть это война римлян Цезаря против народов Европы. Это все события новейшей нашей истории.
Получается, римляне-завоеватели награждают племена искаженными именами. Галлов мы зовем кельты, пишут они. Ты в новом фильме показываешь придуманное название племени пикты. Так, возможно, римляне были просто не в состоянии правильно выговаривать имена. Но здесь возникает вопрос. Мы-то почему должны изучать историю народов по этим искаженным названиям? А исторические события по римским сводкам с поля боя? Что я говорю в фильме «История славян» писалась из вражеского окопа. И вот послушай, что говорит подписчица из Голландии по поводу римских войн и Цезаря. Добрый вечер. Занимаясь информацией по поводу германцев, я столько интересного еще нашла по поводу римлян, в том плане, какие это были негодяи, монстры, чудовища. И вообще, как я для себя так решила, что Гитлер тихо курит в уголке. Собственно говоря, геноцид римлян территорий и народов, прилегающих к Апеннинскому полуострову. Именно геноцид населения, так называемого варварского населения Римской империи. То есть, чтобы понимать, на кого устроили охоту римляне, надо понимать, кто эти были люди и были ли они варварами в том понимании, которое заложили римляне в это слово. А ты знаешь, что самое интересное, так называемые варвары били римлян по самое не хочу. Причем были такие битвы, после которых римляне себе кусали локти по самые уши. То есть воинская не только отвага и храбрость, на которую упирают римские летописцы, но именно умение воевать было характерно для этих галло-кельтославянских народов. Да, вы правы. И вот какая мысль возникает. Тактика ведения боя такова, что строгому построению римских легионов противопоставлены стремительные конные атаки. Буквально налетели и растворились. И это присуще раз за разом как скифам в войнах с персами, так и галлам в войнах с Цезарем. Но именно об этом идет речь, когда говорят: казаки шли лавой. Это и есть несокрушимая казачья лава. На этом наш непрямой эфир я завершаю. Пора продвигаться дальше. Благодарю за вашу помощь в продвижении канала, за распространение фильмов и ваши комментарии. Благодарю сердечно за помощь каналу. До скорой связи!